Всех Айсвикай, это последний турнир в данном году как минимум, а даже может быть в данной FIFA в принципе, потому что по некоторым данным FIFA перестанет существовать в декабре этого года. Узнаем, посмотрим. Сегодня у нас жеребьевка, как неожиданно, последнего турнира в этом году, битва событий. Собрались все самые лучших и самых лучших игроков в нашем комьюнити. И сегодня в этом турнире мы посмотрим, короче, кто выиграет. Кто выиграет, кто молодец. Это я. Так, снизу меня по камере находится Валера. Поздоровайтесь. Всем, короче, здрасте. Я без понятия, как сюда попал, конечно. Сделай, Валера, вот так вот вниз пальцем. А вот снизу вот у нас находится Даня. Даня, поздоровайся. Привет, с вами Сингл. А снизу Сингла находится просто эмблема битва событий. Ну, короче, у нас есть здесь шарики. В шариках есть имена. Мы достаем имя. Одновременно он выбирает события, и одновременно он выбирает, ну как выбирает, он попадает в группу. Давайте пока что я выберу первого, кто попадет в группу А. У нас две группы, по 5 человек будет. Дальше у нас плей-офф. То есть всего проходит один круг, то есть 4 тура. Нет, 5 туров, 4 матча. Так. А сколько человек из группы выходит? Двое. Прям очень понял. Жестко, так кажется. Типа сразу полуфинал будет? Да. Ходу. Нормально. Все, короче, я выбираю вот эту штучку. Как вы думаете, в вашем мнении, кто там будет? Ну, что-то мне кажется, что под начало дадут какого-нибудь либо одному из самых слабых игроков, либо одному из самых сильных. Но прям, чтобы так, посередине... Группу А нас попадает... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Виорчик! Первый! Первый уже Виор. И пишем моя сразу же... Моя логика сработала. Сразу же Виору пишем. Чтобы он был событие. А, уже еще первое событие пикает, первый. Ема. Ё-моё. Вы же понимаете, что это такое? Он кумир выбит. И Виор нас выбирает кумиров. Первый, кто попал в группу А, это кумиры. Один из самых скилловых у нас первым пикает. Дисбаланс, значит, будет. Сейчас у нас, да, мы открываем группу Б. Давайте-ка, Валерончик. Вытаскивай. Давай. Значит, давай смотри, вот самая верхняя, которая самая ближняя к тебе. Да, вот это. Это первый, кто попадется в группу Б, ребята. Первый, кто попадется в группу Б. Ваши ожидания, кто это? Думаю, было бы лично себя вытащить. Это кто бы, блядь, знал, это Артвасик. Ну, логично. Ну, Виор и Артвас уже по разным как раз таки. Кстати, да, два очень сильных человека и по-разному. То есть, как минимум, один раз мы проиграем, если будем в разных группах, уже как минимум. Ну да, это... Да, давайте теперь спрашивать, ну, понятное дело, что очевидно. Так, Артвасик у нас попадает в группу Б, и Артвас выбирает летние каникулы. Получается, ой-ой-ой. Мой личный сорт капитанита. Да. Пока что из моих событий ни одну еще не выбрал. Давай! Данечек, выбирай. Ну давай эту, которая от тебя слева. Ну, под всеми. Не-не-не, другой. Да-да-да, вот то. Аккуратней. Чувствую, что там. Идеально достал, что дальше не уронить, как тот же. Чувствую, Феникс. Что там Валера. Валера в группу Б. Думаешь? Давайте. Там группа А и группа Б. Блять! Спустя два года! Кстати, интересный факт, послушайте, интересный факт. Из трех матчей я ни разу его не проиграл. Все три выиграл. Нормально. Сейчас. А, ну и что я выбираю? Давай. Давай. Блять, ну я Тотсов очень хочу. Так, ребятки, я беру Тотсов, все нормально. Группа Б, давайте я уже. Я сам с закрытыми глазами. Сейчас мы ищем с Артвасу. Я не хочу Артваса. Я тоже не хочу Артваса, потому что это мой личный сорт. Ты криптонита. Если честно. Нас ждет повторение финала.
Опа! Он тебе, кстати, по-моему, скидывал это список тех событий. Воростик у нас выбирает БМП. То есть, как называется БМП? Быстрый противостояние. Ребята, выбираем дальше. Выбираем дальше. Давай. Ко мне, вытяните. Вот, кто хочет утянуть? Ну, можно. Только повыше подними. А то не видно. Тихо. Аккуратнее. Вот самая такая, которая... Да, давай ее. Сейчас мы выбираем челика в группу «Ко мне и Виору». «Ко мне и Виору», ребята. И это у нас становится... Ой-ой-ой, Валерончик, иди к нам. Не, че я радуюсь, я могу попасть на классный. Че я радуюсь. Валера, выбирай, какую ты выбираешь. Сингл, ты как раз сейчас описал ситуацию, когда Кефир радуется, что в группу D выпали эти секситеры клён, а потом... Блядь, мне ж против них играть в плей-офф, и в итоге плей-офф не вышел. Лучше меня в группу А, там есть предыстория с Каем и с Веером. Ну, у нас будет полегче, хотя не знаю. Значит, у меня такой план был. У меня, в принципе, в резерве карт на 4 события хватает. Ну, основу я не буду брать, героев тоже. Крем Тим не знаю, а вот у меня... Я возьму... Претенденты группового этапа. Все. Претенденты группового этапа. За тебя из Насташку, блин. Самый верхний, который ближе к нас. Нет, от тебя. Не-не-не. Сюда, к нам. А, этот? Да-да-да. Да. Еее. Только меня, пожалуйста. Пожалуйста. Это группа Б сейчас. И это! Сингл, да? Да. Нет. Почему я не хочу? От вас ворост сингл. Капец, кто-то из этих трех один не выйдет, это точно. Это по-вашему вообще нормально. Ой, извините. Ну, ребят, они, сингл, они выбирай. Вдвоем выйдут. Сингл, так, выбирай. Давай. Так, ну у меня две события на выбор. Два. Это два. Карнагол или Scream Team? Выбирай. Давай, Scream Team. Окей, да. Scream Team выбрано. Scream Team. Да. Игроков там насыпало, конечно. Давай теперь сингл выбери еще раз, только что в группу А, потому что мы все-таки с Валером. У меня весь состав из них. Я видел, кстати, 118. Так, Данек, давай. Давай, самый ближний к тебе. Этот. Да. Валера, кто там? Давай, посмотрим. Марка не выпадал. Бля, сейчас со всеми встречи с кем мечтаю. Харди. Не, Харди, я не хочу с Харди играть, мне не нравится. Не, Харди не надо, я Харди не люблю нам играть. Не нужен. Нужен. Надо. Ха-ха, Марка, блядь. Пиздец, что за группа? Что за... Нормально. Выиграл 4-2. Нормально. Стой, если Марка нету, то у меня есть шансы выйти из группы. Нет, там Мороз, не Артвас. Ну, надо хотя попробовать. Не на этого, не на Артваса. Ебать, это... Он ЛЧ да. выбирает. ЛЧ. Пиздец, что за группы? Ну, а ты чё ожидал приглашать таких участников? Ты понял? Ты тут нету таких прям... Нет такого, такого чтобы... Кажется, равные. Да, были. Нельзя сказать, что типа, того я выиграю. У меня Фьор, Валера и Марка. У меня Артвас и Варос. Там остался будет... Харди и Блейд. А, ну еще этот... Айброфуд, бля! Нет, не надо Санечку ко мне. Санечку ко мне не надо. Валера, ты еще просто Саню не знаешь? Я примерно представляю, что за... Варка 15 раз подряд он выиграл. 15 раз подряд. Пиздец. Я примерно представляю, что за трындец. Ну ты понимаешь, это человек, у него 120 FPS на телефоне. Не надо его ко мне. Не надо. Если. Не, если он еще попадает ко мне в группу, то все. Давайте, я 100% ребята, не выйду. Я выбираю закрытыми глазами специально. Вот, даже отодвинусь так вот. Я в принципе не рассчитывал на. Изначально было понятно, что я не выхожу из группы, но как отыграть, так отыграю. Попадает. К нам. Все, ко мне. Кто там? Харди. Ко мне. Харди ко мне. О, я смогу сыграть с ним. Наконец-то.
Ай, можем спокойно выдохнуть. Харди не в нашей группе. Да, все, в жопу Харди, не люблю с ним играть. Сейчас Санечка к вам. Да, это не мой соперник. Я не знаю, он жуть как отскочил. Он жуть как отскочил. Бутете вопрос, дикую Европу. Ну, Егор. А я уже на улице. Так, и последний в группу А. Давайте-ка сингл решит последний исход наших групп. Чуть повыше. Ну, тут выборка даже, как сказать. Давай этот, на котором ты сейчас пальцем держишь. Да. Ребята, и сегодня мы узнаем, прямо сейчас попадется к нам на момент, Грувфуд или нет. И это... момент сейчас будет. Фуд? Ну какой? Хочется надеяться, Это Блейд. Нормально. Шансы есть, что Блейд. Хотя бы все. Не это. У меня в группу Харди, Брофуд, Варест и Артвас. Как мне из такой группы занять хотя бы четвертую? Ну, ребят, одного я точно выиграть смогу. Это уже все. Хотя нет, двоих, я думаю. Блейда? Марко и Виора, как надеюсь, что я смогу выиграть. Не, у Виора просто проклятие работает со мной. Он не может меня выиграть раз подряд, серьезно. Посмотрим, как получится. Ну что, ребятки? Так, тихо. Мы же еще должны у них события взять. Так, давай, у нас Блейд выбирает героев, а Брофут выбирает Тотти. Так, давайте проговорим у нас этот... Группы. Да, тех, группы. Кто... Спасибо. Давай. Группа А у нас. Виор, Кай, Валера, Марко и Блейд Футбол. Группа Б — это Артвас, Ворост, Сингл, Харди и Брофуд. Напоминаю, что выходит лишь двое. Так, говори расписание. Расписание у нас такое. Первый матч, первый тур группы А, открытие турнира. Это Виор против Блейд Фута. Или Блейд Футбол, как хотите называть. Это будет 20 ноября в 14:00. Кай против Марко. Это у нас 20 ноября в 15:00. Артвас против Брофуд. Нифига себе, что за матч. Будут играть 20 ноября в 16:00. И последний закрывающийся матч — это Ворос против Харди. 20 ноября в 17:00. Это был Кай. Ушел сингл, снизу меня Валера. Пока, Валера. Вот так, я тебе махаю, вверх помахаю. Всем пока. Все. Так, дайте дальше выхода. Блядь. Да ладно. Всем пока.